Я вот что-то не пойму. Нам дали на карантине время передохнуть или передохнуть? Кто знает, пишите в комментариях. Волк съел бабушку, надел ее ночную рубашку и лег в постель. Бедолага и понятия не имел, что дедушка в это время в душе принял Виагру. Пациент говорит доктору: «Доктор, у меня начались проблемы с женой, ну не встает, хоть тресни». «Хорошо, голубчик, я дам вам таблетку, примите ее за полчаса до прихода жены, а завтра расскажете, что получилось». На следующий день пациент приходит к доктору и говорит: «Понимаете, доктор, таблетка подействовала, но жена неожиданно задержалась и пришла поздно вечером, когда у меня уже все опустилось». «Но не обязательно было дожидаться прихода жены, попросили бы у соседки, что ли». «Да нет, доктор, на соседку у меня и так стоит». Самолет терпит крушение. В живых остается одна стюардесса. Успела выпрыгнуть с парашютом и приземлиться на необитаемом острове. От всего пережитого ее ударило в сон. Просыпается, а рядом мужик сидит, мясо жарит. Стюардесса такая: «Ты кто? Откуда ты здесь взялся?» «Преступник я. Меня на этом острове 15 лет назад одного оставили. Думали, загнусь, а видишь, мясцом балуюсь». «Ой, а я бы тоже сейчас поела». «А что взамен дашь за мясо?» Стюардесса подумала и говорит: «Ну разве только то, чего ты был лишен здесь все эти 15 лет». Мужик вскакивает, кидается на нее, начинает ее обнимать, целовать. «Милая ты моя, хорошая, неужто водки привезла?» Одна подруга жалуется другой, что у нее с мужем в постели дела обстоят очень плохо, и она не знает, что делать. А подруга ей говорит: «А ты попробуй к приходу мужа одеть такой коротенький халатик, трусики не одевай, дверь мужу открой, а сама повернись к нему спиной и нагнись, ну типа что-то делаешь. Он увидит, заинтересуется, и все будет нормально». На следующий день она приняла душ, причесалась, одела короткий шелковый халатик, трусики сняла и ждет. Звонок в двери, смотрит в глазок — муж. Открыла замок, нагнулась, слышит — сзади дверь открылась и бабах, кто-то упал. Поворачивается — муж лежит в обмороке. Она его за ногу затаскивает в квартиру, бьет его по роже, ну чтобы он в себя пришел. Через какое-то время муж приходит в себя и говорит: «Слушай, ты не поверишь, захожу в квартиру, а передо мной гномик стоит. Щеки во, борода во, слюни изо рта текут, да еще и в твоих тапочках».